банальщина, безвкусица, скукота. Забудь эти слова, ведь мы на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, главном модном событии России и Восточной Европы. Как быть модным? Иметь вкус с детства. А как быть модным? Одеваться не как все. Мне кажется, ты победил. Я спасаю всех мужчин своими фотографиями в бикини. А есть без бикини? Денежек у вас тут хватит, я думаю. Давай разбираться, что модно. Усы. Вау. Треники. Фу. Леопардовые леггинсы. Я слышал, что это вроде как вау. Гоша Рубчинский. Фу. Гоша, простите. Борода. Фу. Усы. Фу. Один ус. Вау. Более 60 отечественных дизайнеров, плюс мэтры моды из Украины, Грузии, Италии. Вау! Идем на бэкстейджик. Как быть модным? Мне кажется, вы знаете ответ на этот вопрос. У меня получается? Нет. Я хочу, чтобы мою одежду носили. Так что буду надеяться, что то, что мы сделали, что сегодня покажем на шоу, действительно найдет отклик в сердцах девушек, и я увижу это на улицах нашего прекрасного города. А вот и сам мэтр модного мира. Как быть модным? Быть модным – это очень сложно. Надо чувствовать время очень здорово, пропускать через себя это время. Это вот, естественно, чуть-чуть больше фантазии. И не бояться, самое главное, не бояться ничего. В молодости, особенно 80 лет уже, видите, как одеваются. Сейчас я вышла с показа Вячеслава Зайцева. Я нашла несколько потрясающих вещей. Невероятно красивое изумрудное платье, о, роскошное. А что ты посоветуешь неудачникам, которые не могут себе этого позволить? Я им посоветую стремиться. Фэшн. Я видел, у девушки были разные ботинки. Это сейчас в тренде. Это вообще всегда в тренде. То есть я тоже немножко подхожу? Да. А как быть модным? Об этом я ничего не знаю. Я не делаю модную одежду. Будь модным. Будь модным. Будь модным. Будь модным или гори в аду. Стильные мира сего показали нам, что такое быть модным. Похоже, универсального рецепта нет. Выбирай свой стайл сам и будь в теме.